я пришел сюда для того, чтобы показать, что не хотим ни драться, ни бить, ни воевать, а хотим мирно жить. Вот для этого я сюда пришел. И очень верю, что наши пацаны, которые носят форму, тельники особенные, берет, они не будут бить свой народ, а найдут способ урегулировать. Если есть конфликт, то они его урегулируют. Не, без физической силы, особенно против мирного населения. Дзяко, скажите, а чому вы пришли? И тельняшки почему? Потому что тельняшка у нас два цвета, белый и голубой. Голубое – это небо над головой, а белый – это знак свободы, который нам не разрешают давать. И тех ребят, которые, наверное, носят такую же тельняшку и стоят со щитами, не помнят присягу, которую принимали на защиту народа. Войны нету. Против кого они воюют, непонятно. Ясно. Скажите, а вы? Соглашусь, что мы давали присягу народу, и мы за народ. Чтобы силовики били дубинками мирных жителей. Одумайтесь, пожалуйста, ОМОН, СОБР, Алмаз, одумайтесь, пожалуйста. А вы к кому пришли? Я больше не могу на это смотреть, когда девушки стоят, когда выхватывают по одному обычного человека, просто избивают и прочее. Эту жесткость надо как-то прекратить. Если кто, если не мы? Кто, если не мы, не станет на защиту нашей Родины? Остается только нам. Так а как вы собираетесь остановиться там, помеж людьми и милицией? Мирным путем, мирным путем. Но если надо, я готов. Мы за народ. Любыми способами мы за народ. Приветствую всех, братья белорусы, братья десантники. Я как увидел эти видео, как толпой, шестером, семером избивают человека, у меня слезы наворачиваются. Я не мог просто пройти мимо этого. Поэтому я готов, призываю всех, мы мирным хотим путем все решить. Но если так будет продолжать избивать народ, мы просто начнем их защищать. Если наши силовики с этим не справляются и не понимают этого. За честные выборы. Мы хотим, если мы реально выбрали другого президента, то он должен стать. Все. Процветает Беларусь. А вы чему пришли? Господа, я служил в армии 3 года. Год срочки, 2 контракта. Я давал присягу этому народу. Я не власти давал, не ОМОНу присягу. Я вижу, что происходит с народом, как его делают. Я призываю вас, ну, остановитесь. Это лишнее. Так нельзя. Мы все белорусы, мы наш народ. Я за мирную смену, за мирные перемены. Потому что иначе придется нам заново вспоминать, для чего мы нужны войска.